В приграничных районах России сосредоточены российские войска, сообщает координатор информационного сопротивления Дмитрий Демчук. Согласно его информации, на территории Ростовской области возле украино-российской границы зафиксированы диверсионно-разведывательные группы, сформированные из спецназа Российской Федерации. Некоторые диверсанты одеты в форму вооруженных сил Украины. Также в приграничных районах России зафиксированы группы наемников общей численностью около 600 человек, имеющих в своем распоряжении грузовые автомобили и 17 боевых бронированных машин. Как сообщается, огромные колонны российских войск и бронетехники движутся по направлению к Донецкой и Луганской областям. Количество личного состава уже насчитывает 16 тысяч бойцов.